Ну и так, всех приветствую на канале. Второй день турнирчика. И отступать-то некуда. Барона Б. Ну, значит, сегодня должны тащить. Так, есть пеньки. Вот если я сейчас так залечу и не будет желтых, то это все, это минутное видео. Может взять 3 плюс 2? Ладно, поехали. Ничего не буду придумывать. Можно было просто вместо пенька красных взять. Ну а зачем, когда есть такой контент? Итак, 6 камней. Есть. Есть 6 камней. Так, сейчас я думаю, как лучше скинуть. По-умному. Так. Можно сесть пенька. Там ударит. Ладно, сейчас мы максимально красных уберем. Ну, мало здесь. Мало. Так, внимательно смотрим. Внимательно. А давайте вот так сделаем. И вот так. Хорош. Так, ну, в любом случае, заряжаем пня. Пень жив, как ни странно. Ну и все, тут дело техники. Дофигачить их. В принципе. Давай вот здесь желтый, я думаю, найдем. Ай-яй-яй, в судре летит. Не очень это хорошо. Ладно, забираем, я думаю, сейчас эту даму. Милее. Хил. Ну давай, накинь. А, заберем одним желтым. Верю в желтый камень. Давай, кританик. Ну не кританул, ну да бог с ним. Ладно, это была такая разминка. Так, сейчас пеньки, да, надо брать, по идее, красно-фиолетовых сюда. Бьющих надо брать красно-фиолетовых. Вот такая вот ударная тройка. И вот такая вот компания. Поехали. Вот это сильная команда, сейчас будем просто здесь зажигать. Ну, опять же, сейчас аккуратно смотрим камень. Ищем его. Ищем. Лишние ходы стараемся не делать. Только в нужном направлении. Вот примерно таком. Ладно, мы гата не хочу заряжать. А? Все равно, да, в него летит? Так, раз. Ну, я надеюсь, добиваем его. Да. Ну, давай, пнем. Вот так. А чё, Акила так слабо, да ладно? И у ворота не сработали. Ну, блин. Вот сейчас будет очень стрёмный выбор. Потому что по-хорошему надо брать зелень. Ладно.
Не очкуем, берем зелень. Вот так. Как вам такой состав? Или 4 взять зеленых? Это максимально пассивная команда. Давайте попробуем. У этих тоже тут хил-хил. Там Норик стоит вообще. Так, есть здесь, в принципе, зелень. Даже зарядить должны. Кого? Так. Давай, красные. Есть контакт. Вот, блин. Не добили. Дальше неплохая связка. Опять этот пень здесь. Здесь желто-фиолетовый надо брать. Вот этот не страшный. Этот Стикс, да. Данте. Блин, ну пня надо выносить таким же составом. Все. А если не сносим, капец. Честно сказать, даже не знаю, что тут делать. Можем, конечно, вот так сделать. Аккуратнейшим образом. Пень зарядился. Ад, зараза. Ладно, если мы его сейчас сносим, мы живем. Бертульф, раз. Здесь попробуем. Ага, желтые выбили. Но это капец. Это пипец. Это нам сейчас повезло. Я думал, все, капец. Нас снесли. Но нет. Так. Вот здесь будет сложно. Здесь, конечно, можно зеленых взять, потому что вот это, я боюсь, нам порежет все. Если пень ультанет. По-хорошему, здесь фаза надо. Долгуна. Если они успеют зарядиться. Не знаю, успеет. Блин, желтые неудачно полетели. Опять этот пень, да ладно. Ой, сейчас жесть будет. Прям похоронил. Можно так сказать. Пень похоронил нас. Ладно, быть живы.
Так, но фаст все равно там. Сейчас. Даст прикурить. Так, ну это вечный хил здесь будет работать, я так чувствую. Да, тут будет сложно сейчас. Мы под долгуном, конечно, нормально живем. Пассив на пассиве. Сверхпассивная команда. И по таймингу здесь фаз заряжается. Невозможно сделать. Знаю. Треш полный, короче. Решать исход за счет камня. Ну, сейчас я жду, что увеличенный урон пройдет. Бонус на увеличенный урон. То есть, если сейчас включится, то мы должны затянуть. А может и не включится. Давайте. Сколько там ходов еще? Во, доп игра пошла, вот она. Вот он урон. Вот она мощь. Так, сейчас бы в пустоту бы камни накидать. Так, фас отлично накладывает. Долгун, распределяй. И вот заветные 5 минут пошли. Блин, ребята, это жесть какая-то. То есть он, в принципе, с камня. Ну-ка сейчас, если фас задаст. Да нет, за 5 минут мы здесь можем и не дать прикурить ему.
Да. Жестко, 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 жестко. Джиганхир. Ну, в принципе, здесь можно решануть. Вот. Единственное, что если сейчас, ну, как бы камень подойдет нужный. Так. Да, подошел. Кэнди. Желтый, подъезжай. Не хочет. Не, без фаза они здесь не затянут. Стопудово. Кэнди у нас здесь есть. Ух ты. О. Ну, сейчас кто кого. Я с руки или они меня с ноги? Так. Больно бьют, конечно. О, вот это я понимаю. Как вам такой поединок? Упертый и упорный. Напишите в комментариях. Всем пока-пока.